Мы проводим двустороннюю встречу между двумя сторонами для того, чтобы поговорить о двусторонних проектах. Я хочу вам представить программу, которая установлена следующим образом. Мы начнем переговоры, двусторонние переговоры, которые затем продолжатся обменом подарками. Затем будет пресс-подход. После него будет рабочий завтрак на берегу озера Танганьика. В данный момент, перед тем, как начать двусторонние переговоры, я приглашаю журналистов и операторов снять видеорепортаж, сделать фотографии и затем постепенно покинуть этот зал, потому что мы будем приступать к началу переговоров. Ваше превосходительство, господа министры. Мы просим журналистов выйти для того, чтобы мы начали переговоры в закрытом формате, с закрытыми дверями.